Вблизи села Култук рабочие обнаружили боеприпас со следами глубокой коррозии. На место находки незамедлительно прибыли саперы Росгвардии. Специалисты взрывотехники установили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Боеприпас содержал взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасная находка была уничтожена на месте накладным зарядом.